إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن الحمد لله رب العالمين على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين على نعمة الصيام والقيام وقراءة القرآن خوالا الله كتر دال نام بيرو دال نام покорность دال نام قرآن دال نام пророк محمد صلى الله عليه وسلم дал нам жизнь благополучие здоровье возможность поститься молиться кормить постящихся, поддерживать родственные связи и многие-многие другие возможности, которые невозможно перечесть. И продолжается месяц Рамадан. Сегодня уже почти середина, 13-й день. День полнолуния, если посмотреть на Луну. Луну видно, нет? Да, видно, видно. Пасмурно или светло? Да. Полнолуние уже есть, да? Да. Считай, что половина Рамазана уже почти заканчивается. Ну, подходим именно к половине. И Рамазан нас учит, точнее, Аллах Тааля учит нас посредством поста месяца Рамадан ощущать ответственность перед Аллахом Субхану Тааля. Вот, по этому поводу несколько аятов хадисов. Аллах сказал в суре Аль-Хадид, 4 аяте, «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва хуа маакум айна ма кунтум». «Аллах с вами, где бы вы ни были». Да, вот Рамазан закончится, Аллаха тоже забывать не надо, иншаллах. Дополнительный пост в месяц Шаваль, кто будет держать, ему большая награда, обещал Расулуллах, алейхиссалям. Потом каждый месяц, кто 3 дня постится, тоже большую награду обещал, салям. Вот, значит, Рамазан закончится, но наши дела хорошие не должны заканчиваться. Таравих, например, закончится, но делать надо тахаджуд. Дополнительный пост, дополнительные какие-то хорошие дела. Вспомним хадис. Хадис это Умар ибн аль-Хаттаба, очень такой популярный, известный хадис. Каль байнама нахну джулусун инда расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям дата йомин иза талаа алейна раджулун шадидул байад ас-сияб шадиду сауад аш-шаар ла юра алейхи асару сафар وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدْ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Умар ибн аль-Хаттаб, пусть Аллах доволен им будет, сообщает, однажды мы сидели рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи салям, и вдруг неожиданно появился какой-то человек в белой-белой одежде, черных-черных волосах, и на нем не было следов путешествия. Ну, понятно, что те времена, времена пророка, алейхиссалям, как мы с вами в машинах с кондиционерами не путешествовали. Путешествовали на верблюдах, на конях, на ослах. И тот, кто приехал издалека, был весь в пыли, такой уставший, пыльный и так далее. А этот человек, говорит, был чистенький. И никакого следа путешествия на нем не было. И ни один с ним не был знаком. То есть это не местный человек был. И он пришел к пророку, салям, и сел очень близко так, что свои коленки поставил рядом с его коленками. И поставил руки себе на эти бедра, ну вот так, как вы сейчас сидите. Вот так вот сидел. И стал, значит, задавать вопросы пророку, салям. И сказал, «Я Мухаммад, ахбирни аниль ислам». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Этот гость спросил: «О Мухаммад, сообщи мне об исламе, о покорности». На что Расулуллах сказал, салям, покорность – это когда ты свидетельствуешь, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, когда исполняешь наилучшим образом намаз, когда даешь закят, когда держишь пост в Рамадан и совершаешь паломничество, если ты только можешь преодолеть дорогу. Коль садахта, и он сказал, правильно, фааджибна ляху, и мы удивились, что за человек такой. Приходит, спрашивает и еще сам подтверждает. Да, ты правильно, говорит, сказал. Коль фаахбирни аниль иман, потом он сказал, сообщи же мне про веру. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Вера – это когда ты веришь в Аллаха, в Его ангелов, Его Писание, Его посланников, в последний день, когда веришь в судьбу, что все хорошее и плохое от Него. قال صدقت. Он опять сказал, ты правду говоришь. قال فأخبرني عن الإحسان. Потом он спросил, сообщи мне о добре, что такое добро. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. Добро это тогда, когда ты делаешь что-то хорошее, поклоняешься Всевышнему так, что ты чувствуешь, понимаешь, сознаешь, что Он тебя видит. И сознаешь, что если ты даже его не видишь, он тебя видит. قال فأخبرني عن الساعة. Потом он спросил, сообщи же мне о судном часе. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. Тот, кого спрашивают, знает не больше, чем спрашивающий. قال فأخبرني عن أماراتها. Тогда сообщи мне о ее признаках, о признаках наступление часа. قال أن تلد الأمة ربتها. Это когда рабыня родит свою госпожу. وأن ترى الحفاة العراة العلاة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. Когда ты увидишь голые, нагие, бедные пастухи, баранов, соревноваться будут в построении высоких зданий. ثم انطلق. И этот гость ушел. فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالْ يَا عُمَرْ أَتَدْرِ مَنِ السَّائِلِ. Я удивленный вот так застыл, не знал, что сказать. Сидел вот так молча. И спросил Мухаммад, салям, о Умар, ты знаешь, кто это? Кто задавал вопросы? Культу Аллаху ва Расулю А'лам. Я сказал, Аллах и его посланник лучше знает. Тогда он ответил, «Файнаху Джибриль атакум юаллимукум амрадиникум». Это Джибриль пришел, чтобы вас научить вашей религии. Вот такой очень длинный и очень глубокосмысленный хадис. Что мы понимаем из этого хадиса? Что понимаем? Абдулла, говори. Что конец близок. Да, мы увидим, да, что дети стали как хозяева и родители стали как, наузубилля, рабы. Особо слушать не хотят. Телефон больше слушает, чем родители. Наузубилля. И кто был в Эмиратах, Дубаях или даже в Мекке, видели какие там здания, да? Вот так надо смотреть на верхний этаж. Каабу не видно уже, все вот так окружили всякими отелями, высокими, как горы.
Действительно, это явные признаки того, что судный час близок. Трава растет уже. Что делает? Трава растет в Саудовской Аравии растет трава. Раньше был только песок и камень, да? Да, есть тоже такой хадис, что судный час не наступит, пока Аравия не станет зеленой, какой она была прежде. Еще кто что понял? Значит, этого достаточно. То, что войны идут. Войны идут. Войны идут. Войны идут. У христиан войны идут. Войны идут, люди умирают. Да. Это тоже признаки судного. Коронавирус тоже. Вот там во всех загнал. Смотрите, все сидели в бункерах, но тут это ничего не помогает. Он президент моей родины, Назарбаев. Турции там прошло, спасли. Остальные успели. Никто никого не спрашивает, что красивка ушла, здесь в России. То есть Аллах не тоже не спрашивает, маленькие дети уходили, взрослые уходили. Пророк да. Господне знамение, это вот Аллах Тала, иногда, знаете, когда есть это, я когда читал, некоторые Аллах Тала при жизни делают глухими, слепыми, бессердечными. Так она и есть, даже среди мусульман. Нет, это бессердечно, что проходит мимо или что-то не то. Или получается, знаете, посмотрите, это я просто наблюдение мои. Потому что я долгое время за пределами своей родины, Казахстана, 79-го года. Я наблюдал, знаете, больше, например, иногда бывает христиане больше помогают, чем братья мусульмане. Такое ощущение, что собирается здесь, вот, например, джамат почитал, все. И там уже потерялись, никто никого не знает. Сейчас вот Альхамдулилла, пусть Аллах благословит, вот, мне нравится, таджики, узбеки. Это вот эта черта, я могу это подчеркнуть. Многие они приехали на работу, они здесь накормили многих мусульман. Я с удовольствием захожу их в чайхану. Вот пусть Аллах Тала в судный день вот это как тоже салат сделал большой. Потому что, знаете, вот мне приятно, я говорю, я подчеркиваю, узбеки, таджики. Потому что альхамдуль, как они готовят. Вот посмотрите, когда во время ифтара, тоже хочу это хазрат подчеркнуть, ифтара делают такой узбеки, таджики. Остальных я не трогаю, поэтому я не знаю. Я знаю, что Пензенская мечеть тоже, альхамдуля, братья татары это делают. Но я имею в виду вот из того, что я где нахожусь. Я сам с Владивостока, там тоже альхамдуля, узбеки заправляют вот этим делом. И это приятно. Это тоже признак, что нужно. Ну, это в моем понятии. Вы же говорите, вы нас спрашиваете, да, кто как понял. Да, как да. Понимаю. Потом я где бы ни был, знаете, тоже это, есть это хадис, когда вы в море терпите шторм, вы вызываете к Аллаху. Когда же мы с последним обедом возвращаем на суфу, вы забываете про нас, потому что вы неверны. Или вы не думаете, что мы опять пошлем вас в море, и мы спасем вас смертельный шторм, потому что вы неверны. Это я на себе испытал. Вы когда-нибудь видели, чтобы это христиане вот так два делали, как мы? Многих мусульман не заставили. А когда мне было плохо, то это, знаете, период Валерия Порохова, альхамдулилля, это наша сестра. Вы знаете, когда шторм, ты не знаешь, сколько там ты. Вот мы сейчас здесь на земле находимся, вот, чуть-чуть, да? А там непонятно, знаете, глубина. Восточное Китайское море, когда крен пошел, 45 градусов. И что самое интересное, самое. Я извиняюсь, я думаю, это кому-то неинтересно. Вот я сам испытал, когда один мусульманин, остальные все христиане. И, вы знаете, всем страшно, вы сами знаете, почему-то мы боимся смерти, сейчас данный день я не боюсь. Я, наоборот, быстрее к Всевышнему Создателю своему веду. А там, понимаете, все это вот моряки, вот христиане, молчали. Потому что прекрасно, знаете, ну, как каждый подготовлен. И все на мосту собрали. А мне уже, знаете, деваться некуда, я взял Коран, открыл, начал читать. Потом сделал дуа. Это, знаете, тоже такой же ковер на мосту. Все, кто моряк, кто не знает, что такое. Я сел просто, читаю, а потом, знаете, просто чисто на русском языке. Всевышний Аллах говорит, если ты видишь нас, и среди нас, говорю, есть хоть один твой верный раб, говорю, спаси ради него, говорю, и верни нас к семье. Если же, говорю, мы без грешных, говорю, Алла-Тала, забери нас, не учи. Сделал дуа, вот вы не поверите. Вот знаете, что такое шторм, это как это, крен 45 градусов. У нас гранит был, знаете, что такое гранит?
Это не только... Нет, ну это как, знаете, на гробе делают там, так далее. Поэтому в Китае загрузились, у нас смещение грузопроводов. И представляете, вот так шторм, это все, это, ну, считайте, это приговор. Я вот это прочитал, и знаете, когда вот два дела, вот так повернулся, я в шоке был. Представляете, все русские вот так сели, блин, так, на коленки попадут, они видят, что я делаю, только я там так, не так сказал, вот так. И вот, знаете, слезы текут, и вот, повернулся, они все вот так делают. Не, многих мусульман так не заставят. Вот это я вам свидетельствую, что это было. И тогда, знаете, вот еще такой, это, я почему про них говорю, потому что мне так просто там приходил. Я даже когда намаз читал, они даже объявление, это особое, это, знаете, особое. Там нет ни христиан, ни мусульман, там свой закон. Они объявление давали, знаете, настолько было неприятно. Это я вам говорю, хамдуля, знаете, это ума Мухаммада, нашего пророка Мухаммада. Джазакаллах хайран. Спасибо, что поделились своим опытом, машаллах. Значит, надо всегда чувствовать себя на корабле. Действительно, мы на корабле. Вся планета Земля, большой корабль, 30 км в секунду она плывет в космическом пространстве. В любой момент может крен тоже пойти и уже идет, да? Вот судный день приближается. Поэтому надо всегда быть начеку и готовым быть к встрече с Аллахом, субхану ва тааля. Делаем дуа. Бисмиллях, альхамду лиллях, вассалату вассаляму расулиллях. Аллахумма инна насалука аль-афа валь-афия фид-дунья валь-ахира. Просим Аллаха прощения, благополучия и защиты от неприятностей в этой дунье, в ближайшей жизни и в ахира, в последней жизни. Амин. Альхамду лиллях.